Да. Но я вам хочу сказать, что эта выставка заставляет задуматься об очень серьезных вещах. Вы правильно говорите. Здесь очень такая проникновенная искренняя интонация проходит через всю экспозицию. И это очень подкупает, понимаете? Но почти во всех работах, что я вижу? Я вижу внутренний мир автора. Я вижу атмосферу мастерской. Я вижу какое-то свое личностное отношение к традициям, к той или иной, там, скажем, тут разный спектр традиций. Вот, так сказать, поп-арта до Византии. Византию, вот так вот Грецию. Даже вот эта вот линия, которую в свое время обозначила Дейнеко в своих работах, здесь тоже присутствует. Это такая очень пластичная, чувственная, жизнеподобная мозаика. Она тоже имеет право на существование. Но чего здесь нет? Вот я чувствую, что мастера мозаики, художники, они не занимаются повесткой дня социума сегодня. Они от этого отгородились. И очень правильно.